История конкурса «Учитель года» началась в 1989 году, когда вышел первый номер учительской газеты. Тогда редакция издания и объявила о запуске нового проекта. В этом году конкурс проводился в 26 раз. Слет учителей Одинцовского района, который прошел в первой Голицынской школе, позволил подвести итоги конкурса этого года и подготовиться к следующему. Я, во-первых, поздравляю всех сегодня с таким творческим праздником прекрасным. Очень надеюсь, что те уроки, которые дадут наши мастера сегодня уже, победители, лауреаты конкурсов прошлых лет, будут на высшем уровне. И, конечно же, среди тех педагогов, которые первый раз на этих уроках, наши молодые специалисты, обязательно появятся желающие принять участие в конкурсе «Педагог района», станут обязательно кто-то из них победителем, лауреатом, будут представлять наш район обязательно на областном конкурсе и, наверное, будут победителями. Итак, всем творческих успехов! Место для проведения слета было выбрано не случайно. Учителя Голицынской школы не только активно участвуют в конкурсе, но и очень успешно. Поэтому именно им доверили проведение открытых уроков и мастер-классов для будущих участников конкурса. Дело в том, что мои учителя Голицынской школы номер один, они ежегодно участвуют во всех конкурсах районного и различного уровня, и в том числе и педагог года. И за последнее время наши учителя показали довольно высокие результаты. Среди наших учителей 2 победителя и 1 лауреат. Учитель английского языка Оксана Шкардун стала лауреатом областного конкурса в 2005 году. Наталья Горчакова, учитель истории и мировой художественной культуры, стала победителем прошлого года среди учителей Одинцовского района. Поучиться у них приехали учителя из разных поселений – Кубинки, Захарова, Назарева, Дубков, Ершова. Для них учителя Голицынской школы провели открытые уроки по 8 дисциплинам – математике, окружающему миру, МХК, русскому языку, литературе, биологии, истории и английскому языку. Цель этого дня, конечно же, это подчеркнуть вдохновение от учителей, которые уже прошли этап учителя года и которые предполагают. Конечно же, посмотреть мастер-классы ведущих преподавателей, которые уже получили какое-то признание. Ну и, конечно же, поделиться и спросить у них несколько советов о том, что как подготовиться и на каких этапах лучше всего заострить внимание. После открытых уроков прошли мастер-классы. Наталья Горчакова рассказала, как изучать историю и другие предметы с помощью образов. А Оксана Шкардун поделилась своим секретом. Оказалось, что иностранный язык можно выучить без учебников. Кульминацией слета стал спектакль «Ночь перед Рождеством». Его поставил театр иностранной песни «Планета» на английском языке. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».